Привет, у меня в руке полотно для сабельной пилы Hammer RS BL11. Это высококачественное полотно для ножовки от знаменитого немецкого производителя Hammer. Расстояние между зубцами 1,8 мм. Длина полотна 100 мм. Его толщина 0,9 мм. Полотно предназначено для резки толстых металлических листов толщиной от 3 до 8 мм. Особенно удобно с помощью такого полотна выполнять быстрые резы. Полотно изготовлено из высококачественной биметаллической инструментальной стали, что делает его прочным и долговечным. Вес полотна всего 100 граммов. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественный инструмент.